потихонечку поднять бокальчики, за то, чтобы они быстрее приехали. У вас есть бокальчики, можно уже налить, взять легкие закусочки, ну и за то, чтобы молодые быстрее приехали, такой первый внегласный неофициальный тост. Но, когда молодые приедут, мы выйдем сюда, их встретим празднично и продолжим застолье. Друзья, поэтому можно уже мужчины взять в одну руку водочку, во вторую вино, в третью шампанское, поухаживать за девушками. И такой внегласный у нас, друзья, пока еще неофициальный тост за то, чтобы все быстрее приехали на праздник. Ну и выпьем с близ сидящим гостем. Прошу.